Доброе утро, ребята. Короче, ищем курочку, ребята, которую вчера мы с наводчиком отпустили. Потеряли ту курочку, то есть, ребята, поняли, да? Я не знаю, вчера ночью жена поискала тут, и оказалось, что она не нашла. Как-то так. А? Она не могла улететь, да? Нет, крылья не трогал. Сейчас поищем. Ищем, ребята. Наводчик не помогает, видите? Мне вчера написали, чтобы здесь порядок срочно навел. Как будто, ребята, волнует, тут порядок будет или нет. Как будто, понимаете, да? Заткнул, что? Что? Не, курицы если побили даже. Не, я не трогал, я не этот. Я не загонял ее. Я не загонял ее. Но пока этот... Тот хлеб сними, пожалуйста. Вот, не, сиди, отдыхай. Отдыхай, извини. Извини, что побеспокоил. Эхлау мехуару цодио вадао да внахаво эхлау. Хо, гушивна энаха. Ара, тит маган хуари цешени вадеби, кацо. Хо, шероца и твой машина нахав сега. Ребята, значит, вот так наводчик помогает мне искать курочку. Но я все равно найду, естественно. Вот, блин. Ну, я вам скажу, ребята, что дай бог нам всем дожить так, до таких лет и т.д. и т.п. И потом посмотреть, как мы будем искать курочку. Ну, за рулем она не могла сесть, естественно. Не могла. Здесь она не могла залезть. Не могла. Могла только за костылями залезть, ребята. Но костыли на месте. Костыли на месте, ребятушки. Куда она могла деться, авто? По-твоему? Улетела? Улетела. Там тоже в плену была, говорит, и здесь в плену, но отсюда она улетела. Может, подкоп сделала? Нету здесь. Ну, я догадываюсь, где она может быть. Может, под мешком? Нет. Она не могла улететь, авто. Ты преувеличиваешь ты. Не могла она улететь никуда. О, какой нержавеечную штуку нашел. Вот прикольная штука, ребята, естественно. А? Нет, это не для паломника. Это не для паломника. Сначала этих выпустим. Может, она здесь залезла с ними? Нет. Нет, здесь три телочки, один этот бычок. Три телочки, один бычок. Такс. Я офигею, блин. Вчера подарили, сегодня я уже потерял. Здесь тоже нету.
сад авида. Видишь, куда она могла залезть? А. А ну-ка в карман посмотри. Посмотри в карман. Ребята, сейчас я покажу, что находится у Форда. У Форда, что находится в руле, когда там этот взрывается. Поняли, да? Когда взрывается аирбаг. Ну, я, естественно, убрал этот, ну, знак. Вот аирбаг взорванный, ребята. Сейчас, вот смотрите, а? Что говоришь? Я догадываюсь, где она залезла. Под этим, наверное. Короче, ребята, вот. Вот эта штука и взрывается, ребята. Здесь порох какой-то. Быстро воспламененный. И из этих дырок, видите дырку? Блин, надо, наверное, свет, чтобы он зафиксировал. Короче, здесь две дырки. Вот одна дырка в газ вышел. Вот две дырки газ вышел. Вот 3-4. То есть здесь порох, она взрывается и за это самуется. Потому вот таких вещей, ребята, чтобы отправить за границу, очень затруднительно, я вам скажу. Это как взрывчатка считается. Поняли, да? Она вот так за это самого на и вовнутрь. Вот. Вот, пожалуйста. Ну, я болты или гайки снял, естественно, пригодятся. А вот эта железяка уже не пригодится. Это значит. И вот так за это самуется и взрывается. Не дай бог, ребята, чтобы, естественно, кто-то попадал в аварию. Ford Fusion 2010 года машина. Короче, вот. Все, нашли уже. Нашли курочку. Он уже. Майцаде, может она здесь, она здесь. Она, скорее всего, там залезла. Ага. Там, наверное, и залезла. Куда? Под ним. Я хочу сейчас какой-нибудь картон положить, чтобы я на колени мог встать. Может, она здесь? Нет. Блин, наверное, кто-то утащил. Кто-то крыса утащила, наверное. Не, надо авто, знаешь как? Положить надо чистую вещь. Может крышки залезла и. Ну, если крышки, то она уже давно бы загрызла ее. У меня яблоки не есть, но от мяса не отказывается. Помочила гамму. Какой гамму? Она застряла, наверное. Тя-тя-тя. Блин, вот так и потеряли курочку. Ёпте-те, два раза, три раза даже, да. Потеряли нафиг. А, может, под это она залезла. А их амискуш хочет, равнаху. Здесь место есть, интересно, чтобы она могла залезть. Вроде нет. А ну-ка, здесь кто-то копал. А, есть место, ребята. Сейчас посмотрю. Вот она, вот. Ёпте-те, ах ты. Ах ты, куропатка. Вылезай, подлый трус. Вылезай, подлый трус. Вылезай, я сейчас фонариком тебе глаза буду светить. Да, она там, блин. Да, нашел все равно. Видишь? Я нашел. А, Икариха, сейчас постучу. Напал. Ребята, сейчас видео отключится, потому что я этот такой кадр крутой снимаю. И потому он этот. Иди отсюда. Вот она здесь под ним. Вылезай, подлый трус. Леопольд, блин. Авто, вылезла она. Нет, не вылезла. Что-нибудь покажи ей. А?
А, она все тут? Кому это было? А, ну она выберется тогда сама. Главное, что она... Главное, что раком она там может ходить. Как-то так вот. Ну что, ребятушки, главное нашли. Главное, пшеница есть. Все, сейчас... А? Да, 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 Автандир. Если бы не ты, я не нашел бы. Я сейчас хрюшку покормлю, выйду. Ну вот так и нашли, ребятушки, курочку. И т.д. и т.п. Вот такие вот пироги. Этот пакет убираем. А, это за это самого ли, да? Ну все, ребята, пока-пока всем, короче. Всем добра, ребята. Дай бог, чтобы потерянных вещей всегда находили, ребята. Я сейчас вкусняшку комбикорма вынесу ей, и все. Ну все, ребят, пока-пока, короче. И т.д. и т.п.